Всем привет, с вами снова я, Зедонозавр, я начинаю 33-ю часть игры в Spin Tyres, и я снова еду на пилораму, а нет, пока на лесоповал, я пока что еду, в общем, скоро я приеду, возьму рулишек, отвезу их на пилораму, и у меня останется еще один раз, точно так же сделать, еще полчасика, и... Я закончу проходить эту карту, ну, насколько я понимаю, потом уже ничего тут как и прогресс пишет. В общем, что нужно два раза отвести бревна. Так, в путь. Тут я немножко прогнался вот так вот. Хорошая дорога. Ноль урона, дайте смотрите, я приехал почти километр, 700 метров уже приехал, ноль урона. Но вот здесь всегда появляется урон. Здесь такая слишком глубокая грязь, и откуда-то он появляется. В общем, все плохо из-за этого. Да, вот, видите сами. Ну что ж, зато теперь я уверен, что я поднимусь на эту гору. Почему-то в предыдущий раз, когда я ехал, заходило, но снова была карта. Так же сделано, как и в самом начале, а тут еще остались следы мои. Но я не против, когда-то это мне поможет, на берегу, где нужно поворачивать, чтобы удобнее проехать, дорогу найти. Это я говорю уже на берег недалеко от пилорам. Вот. Ну что ж, давайте, скоро будет лесоповал. Итак, я забрался на гору, куда будет где-то 800 метров, я уже увижу, возможно, ну да, увижу сейчас, я уже лесоповал, дровишки, бревна, как там сложено, красиво, все отлично, уже отработанная схема, так сказать, я не знаю, что мне даст, когда я закончу эту игру, потому что, наверное, надо выбирать симулятор, чтобы постоянно возить грузы. Во-первых, я этого не хочу, во-вторых, там сложнее, там нельзя возвращаться назад, там так вот в гараж перемещаться, в общем, все сложнее, нужно брать какую-то, например, машину, вести, заправлять, другую, которая застряла, или чинить, в общем, симулятор, вот, есть симулятор, но я так показываю просто, основные, так сказать, возможности игры, все такое. 33 выпуска я показываю. Ну, закончу вот возить этот груз, пожалуй, и на этом все. Я удалю эту игру, скачаю, что еще вместо этого будет выходить, это гарантировано. Ну, в общем, не собьется ничего, график, все такое. Блин, урон. Блин, ударил с артерию, ну ладно. Все будет, в общем, отлично. Вы увидите меня какую-то более... Даже можно сказать веселую игру. Это игра. Сказать, что веселая, я уже не раз говорил. В общем, ладно. Я достиг лесоповала. Сейчас я загружу себя. Ладно. Так, вот у меня за спиной, можно сказать, столько бревен, и теперь разворачиваемся и, как обычно, едем уже по изведанному пути. Я раньше по изведанному пути ехал, бывал. В общем, будет, я уверен, просто на 100%, что будет все отлично, никаких нештатных ситуаций не произойдет, если, конечно,
не случится потопление у меня самого. Сейчас тут заберусь, и можно будет все выключить и прогнаться уже хорошо, я думаю, до грязи, чтобы поменьше топлива тратить, мало ли что-то произойдет, грязи спрямут, потом в итоге не доедем, не хватит топлива. Хотя есть заправка по пути, неподалеку от пилорамы. Посмотрим, все увидим в будущем, а главное сейчас не вылететь. За борт, так сказать, со склада. В общем, вот он повернул, все, едем. Вот аккуратненько, в воду главное не свалиться. Это будет так плохо, будет, всем будет плохо. Ты не видишь. Ну ладно, понял, как приехал. Итак, едем. Сейчас налево, потом направо. Я помню, хорошо. Будет сейчас. Но, отлично. Вот здесь вот направо, правда этот камень большой, и он не причинит. Сколько-то урона сейчас, я думаю. О, и я все преодолел. Здесь налево, дорога мне это не особо нравится, потому что я сколько урон получаю, думаю, сейчас тоже без этого не обойдется. Итак, едем, едем. Далекие края. Как-то странно тут все устроено, нужно приехать столько, чтобы доставить груз, хотя сам лесоповал тоже находится рядом. Берег, конечно, там есть склон, но можно было бы оборудовать. Это я уже так говорю. Опять, как обычно, расширяю рамки, так сказать, для этого мира. Чтобы было хоть чуть-чуть интересней, то туда-сюда, вот так вот, по грязи. Конечно, красивая графика, я не спорю, для 500 мегабайт. Тот мегабайт, это вообще... мало. Так, так, вот здесь направо и так прямо. Блин, вот столько получил. Я. Так, и вот здесь по прямой. Ну а я, пожалуй, начну завершительную речь. Стандартную уже можно сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки, заглядывайте в описание, смотрите, там есть много интересных ссылок. На этом, пожалуй, все. Ждите завтра нового видео, не по этой игре, а по другой. Не знаю, какой точно пока что. На этом, пожалуй, все. Всем пока!